Одна из глав программного документа посвящена первому одомашниванию лошади человеком. Приручение животного и первые конные традиции не чужды казахскому народу. Крылья батыра – его тулпар, говорят казахи. Наряду с именами известных казахских батыров история хранит и имена их лошадей. Культура всадничества была заложена у казахов издревле. Первый президент в рамках программы «Семь граней Великой степи» говорит о основополагающих особенностях формирования национальных ценностей у молодежи. Особое внимание он уделяет традициям коневодства. Мы должны знать об этом и продолжать традиции предков. Программный документ открыл возможности для модернизации духовных ценностей. В статье высказываются новые стороны патриотического воспитания, сохранения культурного наследия, отечественной истории, казахской литературы. В прошлом году вышла программа «Семь граней Великой степи». Отмечается, что наша страна богата своими недрами. Это неоспоримый факт. Поднимаются и такие важные моменты истории, как прохождение Великого шелкового пути через территорию Казахстана, упоминается и о зверином стиле. Вклад нашего народа в мировую историю нельзя переоценить. Наследие Великой степи. Главная задача каждого казахстанца – сохранить преемственность. Только в этом случае Казахстан продолжит свое стабильное развитие. Жамал Габдуллина, Абзал Балтабаев, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Кокше, Ахпарат.